мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. Глава Тувы представил депутатам Верховного Хурала Республики свои предложения по изменению структуры регионального правительства. На обсуждение парламентария вынесено 5 проектов решений. Первое касается объединения 3 природоохранных ведомств в одно – Министерство природных ресурсов и экологии, Госкомлеса и Госкомоходнадзора. Комитеты, в частности, станут подразделениями министерства. Им будет управлять один из заместителей председателя правительства Тувы, который получит статус и права государственного инспектора по защите природы. Еще одно важное решение касается реконструкции Министерства по делам молодежи и спорта и Агентства по делам семьи и детей. Глава республики предлагает передать вопросы молодежной политики в ведение агентства и образовать на базе 2 структур Министерства по делам семьи и молодежи. Управление спортивной сферы будет выделено в отдельное направление, которым должно ведать агентство по физической культуре и спорту. Кроме того, Шалбан Карол поставил перед депутатами вопрос о дальнейшей судьбе Конституционного суда. Глава ТУВ подчеркнул, что организационные инициативы предпринимаются им с целью поиска средств для поддержки экономики, а также больше концентрации сил и лучшей управляемости отдельных отраслей. Остановилось сердце первого археолога Тувы, почетного гражданина Кызыла Мангуша Магнайола. Мангуш Хургулолович родился 22 апреля 1933 года в селе Хандагай Таавюрского района ТНР. Он окончил Ленинградский государственный университет в 1959 году. Начиная уже со второго курса, он принимал участие в археологических экспедициях по Туве. Под руководством Мангуш Магнайола были открыты и изучены многие археологические памятники, датируемые разными эпохами. Одним из главных его открытий являются раскопки всемирно известного кургана Аржан, один исследованного в 1971-74 годах. По его учебникам школьники Тувы изучают историю родного края. До последних дней своей жизни Мангуш Хургулолович не прерывал связи с родным институтом, участвовал в заседаниях ученого совета, в научных и общественных мероприятиях. Тува понесла невосполнимую утрату в связи с безвременной кончиной выдающегося ученого Мангуша Хургулоловича Магнайола, почетного гражданина города Кызыла, заслуженного деятеля науки Тувы, кавалера Ордена Республики Тува, ордена Буян-Бадыргы 3-й степени. Прощание с ученым состоится 21 сентября. Время и место гражданской панихиды будет сообщено дополнительно. В Кызыле началась надвижка первого пролета нового коммунального моста через Енисей в сторону правобережного микрорайона. Напомним, что возможность начать реализацию проекта появилась после встречи главы республики Шалбана Карола с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в марте этого года, где среди прочих обсуждались вопросы развития дорожной инфраструктуры. 7-10 сантиметров в минуту идет, и наш мост уже пошел строиться. Все, пошел. Первые сантиметры пошел. Первый пошел. Да. Что надо радоваться. План работ называется «Реконструкция коммунального моста в Кызыле», но фактически это строительство такого же моста параллельного. Коммунальный мост находился в аварийном состоянии после землетрясения 2013 года. Реконструкция позволит увеличить его пропускную способность вдвое. Новое полотно будет соответствовать параметрам дороги второй категории. Отметим, что общая стоимость проекта – это 1 миллиард 285 миллионов рублей. Проектно-сметная документация разработана компанией «Трансмост», специализирующейся в области инфраструктуры транспорта. Дорожная карта по реализации плана реконструкции утверждена правительством Тувы. Так, весь объем работ разделен на 3 года и должен завершиться к декабрю 2019 года. В целях обеспечения полного и своевременного поступления налога в бюджеты муниципалитетов и республики в Туве объявлен месячник по сбору имущественных налогов. Граждане, владеющие недвижимым имуществом или транспортными средствами, обязаны ежегодно уплачивать имущественные налоги. Расчет налогов производится по итогам прошедшего года. Так, за 2017 год жителям Тувы необходимо заплатить налоги в сумме более 210 миллионов рублей. Кроме того, за жителями Тувы числится задолженность по имущественным налогам за налоговые периоды 2014-2016 годов в размере свыше 137 миллионов рублей. Отмечается, что в этом году произошли изменения в начислении имущественных налогов. Во-первых, теперь в Туве налог на имущество будет исчисляться, исходя из кадастровой стоимости. Во-вторых, при расчете земельного налога, начиная с 2017 года, установлен налоговый вычет. Так, если площадь земельного участка составляет не более 600 квадратных метров земли,
земельный налог взиматься не будет, а если площадь земельного участка превышает 600 квадратных метров, земельный налог будет рассчитан за оставшуюся площадь. Вычет применяется для владельцев участков из числа льготных категорий граждан. И о курсах валют: доллар стоит 67 рублей 75 копеек, евро 79 рублей 17 копеек. Крупнейшая шубная выставка от десятка российских производителей. Встречайте лучшие фабрики Пятигорска. Только до 23 сентября. ЦУМ, цокольный этаж. Сладкое лакомство для всей семьи. Новинки в магазине «Травы Тувы». Натуральный мед со всех уголков страны. Различные вкусы и приятные цены. Без консервантов и тепловой обработки. Успей попробовать природу на вкус. По адресу Чульдум, 44, напротив торгового дома «Алексеевский». Сотрудниками полиции в Кызыле и селе Торахем из незаконного оборота изъято около 4 тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции. 15 сентября сотрудниками ДПС в селе Торахем был пересечен факт незаконной транспортировки спиртосодержащей жидкости. Так, на дороге Торахем-Бояровка для проверки была остановлена машина. При досмотре транспортного средства инспекторы ДПС обнаружили под пассажирским сиденьем и взяли 15 канистр со спиртосодержащей жидкостью общим объемом 75 литров. В этот же день сотрудниками в ходе проверки поступившего сообщения полицейскими Кызыла в одном из гаражей, расположенных по улице Байхакская, принадлежащем 41-летней кызылчанке, обнаружено и изъято более 6500 бутылок водки различных наименований, не имеющих специальных акцизных марок, а также 108 бутылок со спиртосодержащей жидкостью по 5 литров каждая, общим объемом 540 литров. Алкогольная продукция в количестве 3860 литров изъята и направлена в экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Тыва. Предварительно сотрудниками полиции установлено, что владелица указанной продукции незаконно хранила алкоголь в целях его дальнейшей реализации. Женщина поставляла алкогольную продукцию в торговой точке на территории города Кызыла. В действиях указанной местной жительницы усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 3 лет. Объявлен конкурс о присуждении грантов лучшим муниципальным районам Тувы по реализации губернаторского проекта «В каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием». 10 муниципальных образований, предложившие лучшие формы работы по подготовке к школе детей, не охваченных дошкольным образованием, получат гранты на реализацию своей инициативы. Конкурс ориентирован на достижение социально значимых результатов в части охвата детей дошкольного возраста 6-7 лет. Соискателями на получение гранта могут выступать муниципальные районы, городские округа в лице управления образованием или дошкольных образовательных учреждений. Количество участников ограничено. Один участник от муниципального района и городского округа. Конкурс проводится в период с 10 сентября по 10 октября текущего года. Приедут эксперты по сертификации туристских маршрутов и гидов-экскурсоводов. По приглашению республики с 20 по 22 сентября в регионе будут работать эксперты по сертификации в сфере туризма. Цель их рабочего визита – это проведение сертификации туристских маршрутов и гидов-экскурсоводов. В результате турфирмы и экскурсоводы, прошедшие проверку, получат важный документ, свидетельствующий о качестве услуг, сертификат. Как сообщает Департамент туризма Министерства культуры и туризма Тувы, при оценке турмаршрутов эксперты будут прежде всего обращать внимание на его безопасность, доступность, познавательность, соответствие возрастным категориям потенциальных участников тура. На сегодня в департамент поступило 5 заявок от организации. При оценке работы гидов-экскурсоводов критерии иные. Это владение языками, уровень знаний, форма подачи информации другое. Организаторы визита экспертов ТУВУ, Министерство культуры и туризма, а также Фонд поддержки предпринимательства республики. Решили утеплиться, объехали уже не один меховой салон в поисках идеальной шубки? Или, может, нет вашего размера? Или цена не соответствует качеству? Хотите ценный совет? Приходите в торговый дом ЦУМ.
Меховая выставка шуб от фабрики Ангелина Сэм. Норка, каракуль, мутон, лиса – всего более 10 видов меха. Размерный ряд также радует от 38 до 74. Возможно, именно здесь вы сможете подыскать себе ту самую идеальную теплую шубку или изысканный головной убор по привлекательной цене. Примечательно, на выставке Ангелина Сэм представлены меха с именами известных мировых брендов. Каждый из сотен шуб, представленных на выставке, имеет по-настоящему достойное качество и специальный чип, подтверждающий подлинность мехового изделия. Уже выбрали подходящий вариант, но временно не располагаете необходимыми средствами? Проблема решается просто. На выставке Ангелина Сэм всегда можно оформить рассрочку. Приходите, торговый дом ЦУМ, цокольный этаж, меховая выставка Ангелина Сэм. Приятный выбор по низким ценам. Спонсор прогноза погоды – отличные наличные. Отличные наличные – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России – от Камчатки до Калининграда. Устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные – займы до зарплаты. По республике переменная облачность, местами небольшой и умеренный дождь, мокрый снег, также в горах снег. В Кызыле переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, временами порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до плюс 2, днем плюс 10, плюс 12. Устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные, займы до зарплаты.